Антон, ну вот вернулись, да? Вообще, чем занимались? Потому что Артюхин уже успел сказать в прессе, что, дескать, вы смеялись над игроками СКА, которые много тренируются, а вы как будто не занимались ничем. Не, ну было 2 дня выходных, потом 3 дня тренировочных, в принципе, зал, футбол поиграли. Но я думаю, что всегда после перерыва, такого, в перерыве после длительных игр, всегда 2-3 дня выходных дают, поэтому, не знаю, кто там что говорил, но... Были в зале, ходили, тренажеры, делали свою программу. Футбол играли, да, то есть? Ну, раз футбол сыграли, а потом мы как бы обгорели чуть-чуть, и вот тренера сказали, что будем работать в зале. Как погода? Ну, хорошо было, не очень жарко, и так, ветерочек, то есть для шпания, там, пробежек, которые были после тренировок, ну, хорошие. А вот в плане сплочения внутреннего, хорошо для духа команды? Да, самое главное было отдохнуть от хоккея, то есть восстановить силы, эмоции. Ребята поехали с семьями, поэтому как бы вопрос был не в том, чтобы там покупаться, поплавать, а именно чтобы головой отдохнуть от хоккея. А вот то, что, допустим, после поражения, начиная с поражения Барыса, да, вот я видел, что тренер не заострял внимание на том, что там проиграли, никого не ругал за это особо, да, то есть есть понимание того, что идет полномерная подготовка к плей-офф сейчас? Ну, может быть, он не ругался на людях, но в раздевалке он, как и любой, наверное, игрок, не любит проигрывать, поэтому сказал то, что он думает после игры. И сказал готовиться к плей-оффу. Ну вот ты как сейчас чувствуешь, уже часто «Авангард» в плей-офф играл, и ты тоже в каком состоянии команда подходит к этому этапу? Я думаю, что все, команда набрала ход и показывает свою игру. У нас хорошие 4 состава. Приехали Сережа Гусев, Саша Бумагин, и я думаю, что они нам помогут. У нас, я думаю, как бы как показывает игры, что есть потенциал, и я думаю, та система игры, которая позволяла нам играть успешно в играх, несет результат в плей-оффе. Ну и, естественно, кое-какие моменты специально будем готовить, наверное, под каждую команду. Все-таки там, противники очень серьезные будут, да, и, скорее всего, наверное, это будет мистер Химик, поэтому все знают наши отношения, ничего легко не будет. Спасибо большое, удачи.